И снова здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы с вами сегодня находимся на грибном канале. Вот он перед вами. Там у нас Михайловский сквер, а напротив вот Михайловский дворец. Вот он, видите, с позолоченным шпилем. Такая панорама. Очень много людей. Вот, и сейчас мы с вами пройдем в летний сад Петра Первого, который находится вот по правую сторону от нас. Народу очень много. С чем это связано, я уже объясняла. Люди устремились в Питер. Вот, слышите, соловьи поют, заливаются, но не все предметы сбываются, да? А здесь у нас вот сувенирчики продают. Смотрите, какая красота. И вот смотрите. Нет, только посмотрите, какая светится красота. Светится в темноте и под водой. Да. Красота, светится, да, в темноте и под водой. Посмотрите, чего только тут нету. Вы только посмотрите. Покажите нам еще что-нибудь. А что вот я могла Аврору показать? Давайте, давайте. Садик. Крейсер Аврора, что ли, да? Да, вот, смотрите, крейсер Аврора. Медный всадник. Медный всадник. Видите, всякие-всякие у нас сувенирчики тут есть. Так что подходите к летнему скверу Петра Первого. И можете здесь на память что-нибудь приобрести. Сейчас очень много туристов. Смотрю, много смотрят видео. Спасибо, всего доброго. Сейчас с вами давайте простимся и дальше продолжим свою экскурсию, хорошо?